Оставайтесь с нами. Вечер – это лучшее время дня. Буду рада, если вам с нами так же хорошо, как и нам. А для тех, кто любит определенность в отношениях, для тех, кто любит знать, чего ждать утром, Станислав Уланов сейчас предложит информационное меню утра здесь, на Ветте. А я очень люблю предлагать. И долг согражданам отдал. Ну, предложил же. И гражданская позиция у меня такая же. Я вам рассказываю, а вы к этому как-нибудь относитесь? По-моему, это какой-то уж очень мужской взгляд на предложение. Уж какой есть. Погода, само собой, как договаривались. Раз в час. Предложим сходить в кино. Расскажем, зачем детям нужен кефир. И заглянем за кулисы дорожного строительства. И покажем потрясающий скафандр. Я редко завидую женщинам. Но на Полину Рифа в скафандре смотрел с этим недостойным меня чувством. Спасибо. Скафандр – вещь, конечно, в доме не очень нужная, но посмотреть интересно. Я же говорю, оставайтесь, все для вас и хорошего вечера.